Концовку надо додумывать, концовку надо додумывать. Ну что ты, зачем ты накатываешь, блядь? Тебе сокращение делал топ-спин, что ты сокращение должен делать, мя? Потом следующий докрутишь, блядь, что ты топ-спин перекручиваешь? Если ты перекручиваешь, так отойди в среднюю зону, силой паузу и перекручивать. Что ты со стола играешь накатом? Конечно, он выйдет. Ты ж думай, блядь, по болотам не забился, он там начал. Понимаете, не топ-спин пошел раскрыл. Все делаешь правильно, молодец. Готов, тебе подают иногда быстрее подачу, блядь. А ты стоишь подрез, не готов, тебе быстро подают. Давай спокойно подрез, здорово, супер. Давай, давай, терпеть. Зацепил, прыгай постоянно, начинаешь ходить. Концовка банки пошел туда, ходил туда. Колонка пошел, попрыгал, чтобы не пошел. Давай, 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 работай, терпеть, лучше.
4 все издавлено. Потому что один топ-спин туда, один топ-спин туда. Что ты концовку сдаешь, блин? Все 4 выдергивания, сдаешь концовку. Держи на. Что ты, потому что раз, что ты топ. Подай на носочек, я не слышу, это топ тебе. Боковая подача вчера взял перед собой, все тащибельно. А не стоит на это. У тебя боковую подачу на это стоит закрывать. Что ты делаешь? Перед ним ракетку правильно возьми. Поэтому ребро попадает. Это сколько раз говорил, блин? Не надо, блин, ребро, не надо закрывать. Но перед собой взять открыто, особенно справа. Все перед собой, все тащи на стол. И пошел разыгрывать тогда. Что ты сразу хочешь закрыть его? Что ты его хочешь закрыть? Зачем? Прыгай, прыгай, прыгай мне. Не ходи, прыгай. Что ты мне ходишь, блин, за столом? Че, пой, и пошел ходить опять за мячку. Прыгал, подошел, все, показывай сопернику, что ты работаешь до конца. Получается, что-то не получается работать. Давай. Thank you.
будет терпеть, тот и будет держать меня. Я хотел это забывать. Да, туда Бог. Только я тебя прошу, Бог, не обезвиривай Бог. Что ты должен произвести эту силу? Потом готовься к спину у себя. А что тебе успел эту спину, что он тебе стоит на хату? Это мой спину распит как раз. Потому что ноги вместе, знаешь, что он стоит. Я тебе говорил, когда ты делаешь, старайся сильно играть, чтобы потом раз усиливать. Понимаешь, чтобы можно было? А ты ноги вместе раз, и все не стал. Терпеть, держать, терпеть. Ник, Ник, Ник. Попрыгай, попрыгай, попрыгай. Да.